2017 году в Краснодаре планируют открыть 5 новых общеобразовательных учреждений. В их числе типовые пристройки к 23-й и 92-й гимназиям и 81-й школе. Новую школу построят на улице Тепличной. В хуторе Ленина уже заканчивают здание. Если будет решен вопрос с теплом и электричеством для новостроя, то в следующем учебном году дети уже займут новые классы. В общей сложности в городе появится 6,5 тысяч дополнительных мест для школьников.